Всем привет, меня зовут Раиль Арсланов. Огромное спасибо за ваш бешеный актив под моими крайними баянными чат-рулетками. Вы просто разнесли все показатели в хлам. 1 миллион просмотров за 11 дней, 70 тысяч лайков и более 4 тысяч комментариев. Сейчас я хочу вам показать неизданные реакции с новой чат-рулетки, которая вышла на моем основном канале. Обязательно посмотрите после этого видео. Кстати, недавно разыграл 10 видеокурсов по гитаре и вокалу в моем телеграм-аккаунте, поэтому переходите, нажимайте кнопочку «Участвовать» в закрепленном сообщении. И скоро итоги. Hey. Hey. Do you like music? Yes, I do. And do you know this instrument? I don't know exactly. Banjo? What is this called? I don't know. Accordion. 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 Okay. Like, Amazing, man. I mean, I can say is that was meditation for me, you know. Meditation, yes. I see that you relaxed. You know, it was so soothing for me, and I believe even you can get high, you know. If you're high, it will make you much high, I think. Talent can't be hidden, you know, for so long. Yeah. Oh, can you play a song? Okay. Okay. And you? Okay. Wow. Thank you. You're cool. Thank you too. Okay. Good luck. God bless you. Goodbye. Thanks. Ну что, официально можно заявить о том, что я запустил тренд на баян. Многие сейчас пишут, хотят научиться играть, но не знают, как это сделать. Индивидуальных уроков я тоже не даю, к сожалению. Но вы можете скачать мое приложение «Хижина музыкант», в котором найдете разбор песни Шнурова «Бумер» и «Лесник, король и шут». Скоро буду пополнять нашу школу материалом. Также вы можете научиться там играть на гитаре и петь под гитару. Качайте приложение «Хижина музыканта» по ссылке в описании. Hey, how are hey. You? I'm good. Do you like music? Yes. Of course, my dream want to be a singer, you know. You want to be a singer? Yes, but past the COVID-19, so my voice. Oh, yeah. So bad. I can play for you. Can you play a little? I want to hear. Okay. One second. Okay.
Do you oh know? My god! Such amazing! Thank you. Where are you from? Can you guess? From Asia. Yes, of course. Он прилетел спасти нас! Это капитан очевидность! Japan. Oh, so many people tell me that I'm Japanese, but I'm not. I'm from Vietnam. Vietnam? Yeah. Yes, I know. Are you American or England? No. It's Kazakhstan. Чё ты врёшь-то, ну вот в наглую? Hello. Ты русский? Да. А ты чё тут делаешь? Пизда. Английский, что ли, тренируешь? Нет. Просто так сидишь? Смотрю на дрочку. Реально? Ты любишь это? Нет. А ты любишь, когда вот так дрочат левой рукой вот так? Нравится? Я думала, это батарея. Гой ты, Русь моя родная. Вот это? Да. Ты что думаешь, я с батареей сижу в руках? Вот так музыканты дрочат, вот так смотри. Прикольно? Не-не-не, смотри. Вот так. Вот только русские так могут сделать. Стыд и позор. Хай, бро. Hey, bro. What's up, bro? Speak English? Yes, a little. What are you doing? Making coffee. Barista. Yeah, man. What kind of music instrument is that? It's folk, Russian folk instrument. Accordion. That's cool, man. Can you play it for me? Yes. Do you know Prodigy? Prodigy. What? Prodigy. Prodigy. What's yeah. That? Yeah, like. Group band? Group. No, I'm single. Single. Solo. Поставьте лайк этому видео, я безумно сильно старался, это отнимает огромное количество времени и сил, потому что искать одну хорошую реакцию нужно несколько дней, несколько часов. Напишите комментарий, чтобы и это видео набрало 1 000 000 просмотров. Ссылки на мои остальные соцсети ВК, Дзен, 100 грамм будут также в описании, поэтому подписывайтесь, скоро увидимся. Всем пока.